Как отмечают историки, слово «Казахстан» уже более 500 лет. Ранее оно называлось «Казахское ханство». В разные времена государство называли официально по-разному, но в корне всегда присутствовало название государствообразующей нации. Я сам лично горжусь словом «Казахстан» — это исторический термин. Но и казахили звучит гордо. В любом случае название нашей страны объединяет все нации, которые здесь живут. Жители города пока осторожно комментируют инициативу главы государства. Для одних это ничего не меняет, для других в этом стратегический ход. В данный момент не стоит этого делать, так как Казахстан уже зарабатывает определенные достижения под своим именем Казахстан. И в данный момент, если мы поменяем название, это еще более запутает остальное общество, мне кажется. Надо переименовывать, потому что казах еле звучит лучше. Она лучше передает наши корни. И хочу сказать, что мы, казахи, с Астанами не имеем ничего общего. Главу государства поддержал политолог Расул Жумалы. Только переход предлагает сделать поэтапным и мягким. В этом плане я целиком поддерживаю данное предложение, если оно, конечно, комплексно, поэтапно будет притворяться в жизнь. Тем более, уже касательно самого названия, мне несколько непривычно слушать название «казах еле», в том смысле, как это будет звучать, скажем, на языках других стран мира, особенно на английском языке. И если придерживаться международной практики, наверное, будет возвратиться к своему исконному названию, какое у нас было и даже в советский период, Казахская республика. Это только первое обсуждение по смене названия страны. Жаркие дебаты еще впереди, утверждают политологи. К вопросу еще не подключились историки и политики. В любом случае, решения не приняты. Глава государства, как и обещал, прислушивается к мнению жителей страны. Айбану Анарбаева, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.